Наидобрейшее время суток, дорогие друзья, с вами Док Браун. Мы продолжаем проходить игру исчезновения Итана, забыл его фамилию, но да ладно. Я записываю это сразу после записи первой серии, хотя вы, наверное, увидите эту серию уже на следующий день. В общем, в прошлой серии мы визуализировали сцену смерти Трэвиса, вероятно, это родственник Итана. Мы узнали о том, что что-то здесь неладное происходит, что дедушка также пытался напасть на Итана, Итану удалось скрыться. Мы видели какую-то, судя по всему, фантазию Итана, вот что-то космическое такое. Тяжело сказать, что это было, если честно, но да ладно. Я предполагаю, что нам ничего не остается, как двигаться только дальше, что мы, собственно, и сделаем. Тут какая-то, судя по всему, остановка. В игре исследовать надо абсолютно все, иначе мы рискуем просто что-то очень важное пропустить, потому что фактически можно было и не визуализировать эту сцену смерти, но мы бы тогда не разобрались, что произошло. Я мог не найти этот странный пульт управления и не увидеть космонавта, скажем. Тоже игра бы все равно продолжилась бы дальше, но опять-таки мы не нашли бы этих записей, я не знаю, то есть, ну, короче, игра побуждает исследовать абсолютно весь свой мир. Вот таких вот загогулин, в которые можно зайти, здесь достаточно много, поэтому порой, я бы сказал, даже тяжело сориентироваться. Лес выглядит великолепно, просто текстуры, вы посмотрите, вот это текстуры, я понимаю. Не просто намылено, а действительно вот высокого расширения текстуры. Так, что это у нас? Давай подойдем поближе, сейчас тут глянем. Блин, нет ни фонарика, ни оружия никакого. Ну ты же детектив, ну хотя бы фонарик бы взял, ну серьезно. Шип какой-то. Здесь ничего тут нету. Ничего полезного здесь нету. Поездов здесь не было очень давно, и это было одной из составляющих картины. Огромные куски страны были брошены, обречены стать худшими версиями кого-то там. И в этой гниле зарождались темные вещи. Ты намекаешь на то, что здесь что-то есть? Или... Что это? Вот это что это? А, электрическая подстанция. Что-то темное здесь есть, да, в этом всем, в том, что мы увидели. Так, ну мы плавно подходим к дамбе. Там уже виднеются дома, два дома. Выглядит все дико брошено. Мне интересно, где Итан, дедушка и этот Трэвис, где они жили. То есть они вот здесь оказались. То есть где-то же они, ну, должны, может быть, рядом с этим всем жить. То есть где-то должен быть какой-то городок, я не знаю. Ну что-то же должно здесь быть. Хотя кто его знает. Так, в вагоны зайти нельзя, ничего посмотреть там нельзя. Двигаемся дальше. Класс, просто... Еще знаешь, такая вот осень красивая, вот действительно... Вот аж какая-то такая аж прохлада, аж веет с экрана. Великолепно просто. Выше всех похвал. А что здесь? Сейчас так раз и грёбаное ничего. Да. Ничего. Ничего. Ладно, окей. Окей.
Ничего так ничего. Так и быть. И мне до сих пор интересно, как сейвится игра. Мы сколько прошли, я ни разу не видел, чтобы загорелась какая-то кнопочка, которая показывала бы, что игра сохранилась. Если кто-то знает, как она сейвится, я был бы очень благодарен, если бы мне кто-то в комментах это написал. Так. Блин, обалдеть. Ну я просто вот я иду и я любуюсь пейзажами. Это я вообще не знаю, что это за будка такая. Дверь есть, зайти нельзя. По дамбе в ту сторону. Но мы пройдемся, давайте все-таки сюда, глянем, что может быть что-то здесь все-таки есть. Просто учитывая, скажем так, прошлый опыт, то тут абсолютно везде что-то может находиться. Нет, 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 нету, нету, нету. Кстати, интересно, что с дедом случилось, ведь если Трэвиса, например, дед убил, то сам дед-то остался жив, он даже пытался прикончить Итана, то есть суть в том, что дед где-то еще жив, он одержим чем-то или кем-то, что совершенно непонятно пока что, но по крайней мере он жив. Допустим, Итан убежал куда-то. Но он тоже жив. Так, спуститься нельзя. Здесь завалы, завалы. Судя по всему, единственный путь у нас это через дамбу в сторону домов. В том направлении больше никуда, судя по всему. Блин, как же красиво. Вот это вот такая американская природа, она великолепна, конечно. Вот эти вот у них там есть... Я не знаю, как это место называется, этот штат, но вот там, где вот такие вот потрясные леса. Это вот в стиле Алана Вейка. Господи, как же мне нравится Алан Вейк. И тут вот я сейчас чувствую себя как Алан Вейк 2.0 версия, я не знаю. Так, кстати, вот там у нас какой-то туннель и вниз, потому что так просто сверху вниз спуститься нигде нельзя. Но там есть здание. Причем, кстати, достаточно крупное здание. Значит, должен быть и проход какой-то. Судя по всему, где-то есть туннель, о котором мы пока еще не знаем. Давай заруливаем сюда. Я везде заглядываю просто под каждую елку, потому что я уже просто не знаю, что где можно искать, что где может находиться. Вот там мы начали игру, вот там тот мост видно. Слушай, мы уже порядочно так прошли. Ну, по расстоянию, если вот взять, так то... Класс. Класс. Вот надо просто взять разработчиков, там, не знаю, Battlefield, Titanfall, особенно, наверное, Titanfall с его мыльными текстурами, там, земли и камня, взять и просто натыкать носом в эту игру и показать, что на, сука, смотри, у тебя миллионы, а ты не можешь текстуры нормальные сделать. Извиняюсь, конечно, но... о наболевшем, так сказать. Просто все мы говорим, привыкли так, что, ой, графика это такое, это все фигня, главное сюжет, но... Как бы там ни было, первое, что бросается в глаза, это именно графика, а не сюжет. Сюжет важен, но на сюжет мы обращаем внимание уже позже, после того, как мы начали проходить игру, там, дошли до какого-то момента, оценили происходящее. А первое, что бросается, это графика, это картинка. И тут это глупо было бы отрицать, поэтому да, графика делает свое дело. И атмосфера, которая здесь просто великолепна. Так, маленький домик, один этаж, чердак. Два этажа и чердак. Один этаж и чердак, два этажа. Окей.
Зайдем в маленький, что нам стоит. Посмотрим, что у нас и как у нас здесь. И мне все интересно. Воу! Тут проходик какой-то. Ё-моё, я этого не видел. Или это лифт, спуск? Слушай, если это лифт, спуск вниз, так это объясняет, как попасть туда, вниз, в тот вот, вот туда. Ща мы это опробуем. Блин, как я... Я просто после того, как записал первый взгляд в английской версии, я еще уже залез, тут часа два шарился, наверное. Я в упор этого не видел. Ладно, давай сейчас с домом разберемся. Сейчас ты знаешь, такая морда высовывается. Я вас не звал, идите. Сами знаете куда, да? Так, прочитать успеем. Так. Маленькие комнатки. Почему здесь две двери только? Ну да ладно. Какая разница, боже. Так, две маленькие комнаты, холл, и давай наверх поднимемся. Такой чердачок. А что, уютно, уютненько. Блин, вот я просто представляю, вот ты выходишь утром на балкон, и у тебя вот такой вот вид. Это просто офигеть. Вот маленький домик, ну вот я бы не отказался от такого домика, капец. Ну, конечно, ремонт сделать здесь, естественно. Все вымыть, вычистить, там евроремонтик, интернет, Wi-Fi, все дела. Так, короче, домик совершенно маленький. Тихо. Тихо. Стоп. Там что-то есть, или это глюк? По-моему, это глюк. Шкаф нельзя открыть. С этой стороны стена. Нет, это глюк. Там нет на самом деле ничего. Это глюк. Ибо даже не нажимается. Так, ладно, давай прочитаем, у нас там чтиво есть одно. О-о-о. С такими символами. Так, ладно, текст. Я взываю к бескостному, порожденному бездной, уничтожителю судов и грозе ветров. Услышь меня, о великий князь Факалор. Я хочу заключить договор, чтобы врагов моих посрамить и имение свое защитить. Пусть же двери смятения взор их затмят, и пусть ложью и тайной им путь преградят. И лишь тем единицам позволь ты пройти, кто узнает, где истина на пути. Стоп, еще раз. Пусть же двери смятения взор их затмят, и пусть ложью и тайной им путь преградят, и лишь тем единицам позволь ты пройти, кто узнает, где истина на пути. А что, куда? Так, что произошло? Что-то это как не к добру. Ладно, окей. Чё? Здесь не было этого. Понятно, я уже не там. А, прикольно. Стоп, это мы попали, я знаю, где мы. Мы вот в том большом доме, который...
который, короче, вот двухэтажный с чердаком. Мы там сейчас. И насколько я помню, здесь главное правильно вот выставить, что где находится. Вот комнаты правильно расставить. Вход на чердак. Вроде бы... Короче, я не помню, что, как и где на самом деле. Поэтому... Вот, вот, да, я сделал неправильно. Ладно, мы сейчас вернемся, и мы... А, вот обратно проход. Ладно. У меня возникла мысль. Мы что-то ищем, что явно находится в том доме. Пошли посмотрим, как он устроен, и если мы сможем правильно расставить комнаты вот в этих порталах зеркальных, или я не знаю, как это назвать, то мы тогда сможем что-то найти. Я без понятия что, но что-то явно, кто-то что-то мешает, преграждает нам путь, скажем так, путает нас. Так... Ну, здравствуйте. Так, кстати, вот эти двери. Так, так, так. Давайте тихо, без всяких страшных звуков. О, прочитать. В день, когда сняли это фото, дядя Чад был недоволен. Папе было грустно, мама была в бешенстве. Трэвис шумел, дедушка вел себя тихо. Подожди, да, я посмотреть хочу на фотку. Фотка, судя по всему, рядом с этим домом. Трэвис, Итан и дедушка слева. Трэвис по центру. И у нас есть еще три человека, которые справа от центра. Судя по всему, мама и два мужика дальше. Не знаю, кто из них там папа. А ну еще раз, подожди. Дядя Чад и папа справа. Вот кто, понятно. Отлично. Допустим. Так, давайте разбираться с комнатами. Значит, налево... Тебе нужно поговорить со своим сыном. Он снова шастал по дому старца. Он сказал мне, что нашел какую-то... Ладно, я поговорю с ним. Папа такой, конечно, какой-то... А, чё? А, окей. А, ну ладно. Окей. Так, значит, здесь у нас столовая. Окей. Проходим сюда. Здесь у нас, значит, с маленькой лестницей. Что ты натворил? Кого ты пробудил? Никого, я просто нашел комнату и вошел в нее. Вот и все. Вот, судя по всему, нам тоже надо найти эту комнату какую-то. Так, тут такой хрень какая-то свисающая с потолка. Здесь столовая, ну, короче, не столовая, но тоже стол. Ты ведь чувствуешь это? Что-то приближается из дома Вандегрифа. Чувствую. Итан потревожил спящего. Его нужно наказать. Хрена себе, а родители что-то знали. А дом Ванденгрифа, это, я так понимаю, вот тот дом, да? Так, висящая ерунда, там тоже стол большой наверх. Здесь просто как бы комната. Падре, им становится все хуже, они все безумолку продолжают говорить об этих... Знаю, но в чем я не уверен, так это реально ли эти спящие. Так, тут дверь, значит, заколоченное окно.
Окей. Проход. Два заколоченных окна. И такая светлая комната. Ох, блин, сколько же здесь комнат вы наворотили, ребята. Ты должен помочь им. Других вариантов нет. Этого хочет сам Итан. Ты сошел с ума. Вы все слетели с катушек. Это Трэвис с отцом Итана разговаривал. По-моему, что-то там он ему нехорошее предлагал. Так, ладно, собственно, надо выставлять порталы. Возвращаемся в этот странный дом и будем выставлять порталы. Так, ребят, я, наверное, прервусь, и когда выставлю порталы, я опять включусь просто. Слушайте, я нашел! Комната секретная оказалась на чердаке. После того, как я правильно выставил все порталы и прошел в каждый из них, я поднялся на чердак, зашел в последний портал, и смотрите, на обратном пути появилась вот такая пипец комната, жесть. Ладно. Вау! Ладно. Черт, это голова! Да ну нафиг! Блин, мурашки по спине, отвечаю. Тайная комната. Ё-моё, это что, зародыш? Ааа, капец. Какая-то книга, как будто по магии. Как будто алхимическая лаборатория. Ох, и не нравится мне все это. Так. Судя по всему, это имелось... Вот под этим рисунком подразумеваются порталы. Ладно, пофиг. Ладно. Давай посчитаем. А в одном старом доме жил колдун, который изготавливал зелье, позволяющее ему видеть будущее. А однажды к нему пришли жители деревни и потребовали зелье. «Мы тоже хотим видеть будущее», — сказали они ему, но колдун отказался. Разъяренные жители деревни сожгли дом колдуна, но колдун знал, что это случится. Он заранее заколдовал его комнату с зельями. Дом сгорел дотла, но комната осталась. Сельчане ждали, когда колдун выйдет, но он так никогда и не вышел. Окей. Почему ты стоишь там? Шпионишь? Нет. Ага, конечно. Что, черт возьми, с тобой происходит? Ничего. Тебе стоит оставить глупые сказочки, они всех раздражают. Это дядя Чад и мама разговаривали только что. Так. Мы все еще в этой комнате. Прочитать. А, то есть вот это же запись, да? Окей. Только вот комната по-другому выглядеть стала. Пожар помог обнаружить самогонный завод. What? Ладно. Дэниел Юсефсон, округ Бейлфилд. Во время борьбы с лесным пожаром, возникшим недалеко от Олд Огден Роуд, участники добровольческого пожарного департамента Эшленда обнаружили самогонный завод. Власти сообщили, что на месте была обнаружена пропановая печь с 15-литровым и 15-литровый котел из нержавеющей стали, который использовался для производства самогона. На основании размера найденного завода окружной шериф Хэнк Шеффель пришел к выводу, что это была мелкая контора.
Торка, но не исключает, что могут быть другие самогонные заводы в округе. Также на месте полицейские обнаружили полгаллона яблочного самогона и 1 галлон обычного самогона, а также яблочный сидр и палочки корицы. Я так понимаю, вот это вот все части этого самогонного барахла. Так, слушай, а где мы сейчас выйдем? А, так вот эта комната. Я думал, это шкаф. Вон что это было прочитать. Это был не лак, вы поняли? Это просто из-за перевода вот эта табличка. Жесть. То есть им вышли мы в итоге в этом же маленьком домике. Слушайте, вы обратили внимание, что уже несколько раз нам говорят о пожаре? Про деда, который спасся во время пожара, облившись соком, но вся деревня сгорела. Здесь говорится о том, что жители подожгли дом колдуна. Я так понимаю, это он. Хотя в то же время... Тут как будто бы два мира сходятся. Настоящий и ненастоящий. С колдунами, инопланетянами и прочей ересью. Так, слушай, я хочу к лифту сходить, к вот этому, или что это такое? Да, это лифт. Это спуск вниз. Добрый вечер, я бы сказал вам. Да, это лифт. Ага, хрен. Хрен там называется. Слушай, а как же я должен спуститься туда вниз? Это все очень интересно. Все просто безумно интересно. Ой, блин, это черный. Мне показалось, что тут кошку увидел вдруг. О, ребята, вы знаете, круто было. Было круто. На этом мы закончим эту серию. Она была действительно крутой, действительно интересной. Спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Настолько же интересно, как и мне. Ждите продолжения. Игра просто реально радует очень сильно. Очень круто. Очень рад, что она наконец-то вышла. Подписывайтесь, если вы здесь впервые. Ставьте лайки. И добро пожаловать в мою группу ВКонтакте. Удачи вам, ребята. И до новых встреч. Играйте только в самые хорошие игры. На этом все. И, собственно, всем всего.